Саженцы черешни итальянка. Итальянка – это качественный сорт для домашнего выращивания. Деревья среднерослые, предпочитают хорошо освещенные участки и плодородные почвы. Они отличаются хорошей зимостойкостью и подходят для умеренного климата, здесь они могут зимовать без укрытия. Сорт ранее начинает плодоносить уже в июне. Черешня итальянка показывает отличные вкусовые качества. Ее ягоды крупные, до 6 грамм каждая, с темно-красной плотной кожурой. Мякоть сочная, нежная, со сладким десертным вкусом. Плоды можно есть свежими, а также перерабатывать любыми способами, замораживать, добавлять в выпечку, готовить варенье и конфитюры. Черешня итальянка – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Черешня прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола черешня итальянка можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Черешня итальянка имеет ранний срок созревания. Плоды черешни созревают в месяце июнь. Масса плодов приблизительно 6 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Вкус десертный, мякоть сочная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что черешня итальянка – самобесплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.